Мир всем и ассаляму алейкум. Сегодня будем готовить фунчуз со свежими овощами. Кстати, спасибо, что заглянули на мой канал. Давайте посмотрим, что нам для нее понадобится. Нарезаем соломкой сладкий перец, иначе именуемый болгарским. У огурцов отрезаем бока и также нарезаем соломкой. Серединки тоже не пропадут. Из них можно сделать прекрасный салат или же отдать детям, как это сделала я. Соответственно, поступаем с каждым огурцом. Отрезаем бока, нарезаем на соломки. Вымытые помидоры также нарезаем соломкой. Наши овощи готовы, отправляем их в отдельную миску. Тем временем заливаем нашу фунчузу кипятком. Оставляем томиться фунчузу в кипятке на 5-6 минут. Сливаем воду и обдаем холодной водой. Нарезаем фунчозы, чтобы потом было удобно есть. Добавляем нашу кристальную лапшу к овощам. Добавляем соевый соус, немного черного перца. И все тщательно, но осторожно перемешиваем. Наша фунчоза готова. Можно подавать фунчозу как салат, либо как самостоятельное блюдо. Приятного вам аппетита! Если вам понравилось это видео, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайки, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем мир и ассаляму алейкум!